Это уже третью неделю, наверное. Здесь вообще труба рвется через каждый метр. Тут уже коли, как ежик в трубе. Вот. Чопики, да, приезжают? Да, приедет, чопик вобьют, и недели через две опять течет. И все это намерзло тут. И для нас это тоже, как сказать, живем как на пороховой бочке тут. Боимся, как бы не затопило. Вот. Намерзнет тут, тебя буксуют, шлифуют, шум всю ночь. Ругаются между собой водители. Вот такие дела.